Николаев каждую минуту старается проводить с дочкой и помогает жене. Большую часть своего времени Юлия Проскурякова и Игорь Николаев посвящают маленькой дочери. Супруги живут-то в Москве, то в Юрмале, полагая, что крохе полезен чистый воздух, которым славится латвийский курорт. По словам молодой мамы, Вероника уже вовсю крутит головой, подглядывает, когда взрослые смотрят телевизор, командует родителями, бабушками и дедушкой. Николаев каждую минуту старается проводить с дочкой и помогает жене. «Мы многое делаем вместе. Конечно, папа у нас в каком-то смысле опытнее мамы. Он уже много лет отец замечательной дочки Юли, поэтому часто вспоминает, как нянчил ее маленькую, купал, переодевал. О памперсах тогда никто и не слышал. Все было гораздо сложнее. В моих глазах он уже не новичок. И я прислушиваюсь к его мнению», — рассказала Проскурякова. На досуг вроде похода в ресторан или кино у Юлии и Игоря просто нет времени. Друг на друга остается не так много времени, и чаще всего мы с мужем бываем наедине только тогда, когда дочка засыпает. Можем поужинать при свечах, вместе посмотреть фильм или сериал по телевизору, проверить почту и спать. Давно уже хотим сходить в кино, вот так, чтобы прямо в любимый кинотеатр на какой-нибудь хороший фильм. Но с рождением Вероники это желание не так легко осуществить, говорит Юлия.